Доработка тангент вида HN100TN или HN152TN сводится к нескольким вещам. Первое – это необходимо удалить штатный резистор параллельного RC-фильтра. Вот он тут установлен. Сейчас попробуем приблизить, чтобы было видно. Это первое. Второе – последовательный резистор цепочки RC 5,6 кОм. Вам не видно, но я уже его вижу. 5,6 кОм необходимо заменить на 0,1 микрофарад или 0,22. Используя такие вот SMD-шные. И третье. Штатный микрофон абсолютно во всех тангентах, какие мне не попадались, полная гуана. Его нужно тоже полностью менять. Тест. HN 152. 152.